В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Началась охота на снюсы. Полиция вместе с Роспотребнадзором начали проверку магазинов. Пока не все продавцы знают о запрете на продажу этих смесей и не спешат убирать их с прилавков. На днях снюсы изъяли в магазине на проспекте Строителей. Данный продукт содержит никотин, который вызывает привыкание. Адрес этой торговой точки в полицию и Роспотребнадзор сообщили кировчане. Снюсы здесь продавали давно и в открытом доступе, на прилавке с ценниками. Все как полагается. О запрете на продажу этой табачной продукции, видимо, не слышали. Документов на товар у продавцов не было. В итоге полицейские изъяли несколько единиц табака. Сама продукция будет направлена на исследование для уточнения вопроса, содержатся ли в данном веществе вещества, опасные для жизни и здоровья граждан. После проведения проверки будет принято основанное на законах решение. Охота на снюсы сегодня объявлена по всей стране. Полицейские совместно со специалистами Роспотребнадзора проверяют все торговые точки. Некурительная никотиносодержащая смесь, в народе снюс, запрещена к продаже, чтобы предотвратить случай массового отравления детей. В Кирове проверено 400 торговых точек. В полиции и Роспотребнадзоре просят кировчан сообщать о всех случаях продажи смесей в магазинах.